Всем привет! Сегодня у нас интересный проект. Так как холода не за горами, я решил сделать тепловую пушку, работающую на газу. Вот от таких вот газовых баллончиков. Для этого понадобится вентилятор для вытяжки, гофра диаметром 100 мм, стальная труба 3 четверти, ну, горелка и алюминиевый P-образный профиль. Также стальной уголок, из него мы будем делать камеру сгорания. Ну что, начнем. Так как сверла нужного диаметра у меня нет, пришлось прожечь отверстие сваркой. Так что сварочный аппарат — это очень универсальная штука. Камера сгорания практически готова. Все стенки заполированы, чтобы обеспечить более плотное прилегание алюминиевого профиля, так как он будет выполнять функцию теплообменника с воздухом.
Итак, тепловая пушка готова. Теперь пришло время тестов. Открываем газ. Поджигаем. Пламя пошло. Теперь включаем вентилятор. Воздух пошел. Сейчас температура воздуха 23 градуса. Добавляем газа. Прошло 7 минут. Воздух на выходе 55 градусов. Это практически на максимальном газу. Все еще растет температура. Воздух горячий. Эта часть трубы уже очень горячая, а на впуске она холодная. Горелка тоже не нагревается, она обдувается холодным воздухом, который подает вентилятор. Поэтому она может долго работать при таком режиме. Итак, подведем итоги. Эксперимент, я считаю, удавшимся. Пушка работает, греет даже очень хорошо. Разогналась почти до 60 градусов. Для такой маленькой пушки это хороший результат, я считаю. Почему я выбрал данную конструкцию? Для того, чтобы топливо сгорало в камере сгорания и выходило через выхлопную трубу на улицу, а не в помещении. Конечно, у такого метода есть большие теплопотери, потому что часть тепла уходит в трубу, но это значительно безопаснее, чем сжигать газ напрямую. Данная пушка получилась компактная и универсальная. Ей можно отапливать небольшие помещения. Также зимой можно отогреть машину. Вот эта часть гибкая, она растягивается. Тут запаса где-то еще метр. Можно направить и подвести куда надо. Также, если заменить вентилятор на вентилятор, который можно запитать от аккумулятора, такой пушкой можно отапливать даже палатку. Конечно, есть что доработать. Это всего лишь прототип. Если вам будет интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Будет вторая версия пушки, уже более мощная. Вообще можно уйти от таких газовых баллончиков и поставить сюда форсунку и отапливаться от большого газового баллона. Тогда это будет уже полноценная большая пушка, но это уже в следующий раз. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!